Друзья, привет! Лучшее начало дня – это хороший завтрак. И сегодня я буду готовить один из моих любимых завтраков – это шакшука. Самая популярная в мире яичница с овощами. Кому интересно, оставайтесь со мной. Новички, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик. А также в конце ролика оцените рецепт лайком или дизлайком и комментарием. Итак, не будем терять время. Приступим. Сначала подготовим овощи. Все банально просто. Мелко нарезаю лук. У меня обыкновенный репчатый. Конечно, лучше будет взять порей, он нежнее. Или сладкий крымский. Мелким кубиком нарежу сладкий перец. Для красоты я взяла красный, можно любого цвета, это не принципиально. Томаты берите любые. Не забываем вынуть плодоножку. Очищать от шкурки не буду, просто порежу также мелким кубиком. Пару зубчиков чеснока пропущу через пресс. Если нет свежего, можно заменить сухим чесноком. А также порублю зелень. Куда же без нее? Ну а теперь приступим к приготовлению. В разогретый сотейник или сковороду налью немного оливкового масла. Можно заменить любым растительным маслом. Попассирую лук до полупрозрачности. Затем к нему отправлю перец, чеснок, потомлю все 2-3 минутки и добавлю помидоры. Теперь посолю, добавлю мою любимую приправу хмели-сунели. Черный молотый перчик и острый красный. Лучше, конечно, использовать острый стручковый, но у меня его сегодня нет. Ну и для лучшего вкуса и яркости цвета добавлю томатный соус. И буду все тушить, периодически помешивая до готовности овощей. Затем ложкой сделаю углубление для яиц. И аккуратно, чтобы не разрушить желток, отправлю яйца к овощам. Солить их и перчить не буду, так как этого всего достаточно в овощах. И буду готовить яичницу на маленьком огне до того момента, пока полностью не схватится белок и при этом останется жидкий желток. Крышкой накрывать сковороду не надо. Шакшука готова. Осталось посыпать ее зеленью и прямо на сковороде подать к столу. Вот такое простое блюдо и в то же время сытное и вкусное у меня получилось.
советую приготовить. Приятного вам аппетита и до новых встреч на моем канале. Пока-пока!